Всем привет, с вами Никита. Сегодня я буду играть в Geometry Dash. Я думаю, все знают, что я прошел амплификашн в прошлой серии. И также после амплификашна был Skyward. Я его тоже прошел уже вне серии. И вот этот уровень еще пытаюсь пройти. Я хочу сначала показать, что вот этот уровень, он легкий, в принципе. То есть амплификашн будет посложнее. Ладно, покажу этот уровень полностью. Попробую. Да блин. Короче, я его прошел нафиг. Сейчас пытаюсь это пройти. Вот, кстати, хочу сказать, дуалы не сложные, может, они выглядели сложными. Я помню, когда я, без практики дошел до дуалов, я просто с первого раза его прошел, такой, блин, нифига, я, наверное, буду на дуалах потом уже страдать. Вот потом еще раз прошел, потом еще раз, я, по-моему, даже ни разу на дуалах, не один раз на дуалах умер. Если бы нажал норм, но не нажалось, либо я не знаю, что произошло, может, ран как нажал. Вот это я сдох, короче. Я все-таки вот из-за этого умер. Ну так прям дуалы легкие, отвечаю, в них разобраться, не просто такое, что происходит на экране. Монетку почему-то не собрал. А что будет, я не помню. Ё-моё. Сложно. Не нажалось, ладно. Черт, я эту монетку не собрал. Нажалась. Вы не забыли, с кого я телефон играю? Самое ужасное на этом свете. Уже нету. Я, походу, не успел отжать. Там тайминги, пипец. Серьезно? Thank you.
Не отпускала. Что за бред? Ну, нафиг, это бесит уже. Без слов. Нажалась, это тупой телефон. Куда? ГГ, конечно, ага.
Да-да, да-да. Монетку не собрал, черт. Чё? Кнопочный телефон будет лучше этого говна. Поэтому я часто зажимаю вместо того, чтобы дофига раз нажать, я зажимаю. Потому что он не нажмется. Черт. Ненавижу эти моменты со стрелками. Тут такие стрелки прям ужасные. Он же, кстати, поставил оценку этому левелу. Лайк поставил. Вот. Ну, прям я ненавижу эти стрелки в этом уровне. Стрелочки ужасные. Тут даже в конце стрелка прям ужасная. Нифиг пройдешь по-любому. Чё? Тупой телефон, ничего не умеет. Серьезно.
Я ненавижу телефон тем сердцем. Поехали. Куда я улетел? Кто не понял, сейчас дико флексил под музыку, когда победил. Вот, начал дико флексить. Ну, не встал там, а просто башкой. Так, окей, следующий левел. Не знаю, получится ли мне его пройти. Получается, сегодня я пошел Skyward и Garnation, то есть уже два уровня. Вот. Ну, вот этот был вполне, ну, хардер, заслуженно. Хотя бы я инсейн поставил, ладно. Профессионалы, которые для которых этот уровень по-любому лично ставят. Хард. Мов даже нормал. Но голосовали по-любому. Но для меня это инцин какой-то был. Вот этот Skyward. Ну, хард заслуженный. Амплификаша, ну, хардер. Вот этот еще инцин, я считаю, был. Ну, классный. Так, давайте посмотрим, пока без музыки, что это у нас. Ага, автовейв, чё? В смысле автовейв? Я не против пройти авто... что-нибудь авто. Так. Ах ты, мразь. Подожди, в смысле автовейв? Ну давай автовейв. Всё, у меня там какая-то волна будет авто, прикольно. Только не понял, конечно, какая. И где?
Ё-моё. Вот это автовейф, я не знаю. А, да, авто. Спасибо. Я бы это не прошел никогда в своей жизни. Не нажалась, мразь, ну ладно. Круто. Нет, стой, стой, стой. Я буду всегда автовейв брать. Классно, за меня что-то проходит в этой жизни. Наконец-то. Это какой-то уровень заводится в моей психике. Мне это даже нравится. Я ему лайк за такое поставлю. Заботится о моей психике, серьезно. Ох, давай за меня проходи. Да, спасибо. На-на-на-на-на-на. Я должен был нажать. Не понял. Нет, автовейв, автовейв, дайте мне автовейв. В начале левела сразу зажимаем сюда. Круто! Я не против. Не, мне нравится этот левел. О, спасибо. Реально, если бы не автовейв, я, кстати, бы не прошел этот момент. Он реально сложный. Понял. Нет, стой, автовейв. Все, спасибо. Так, музыка там пока еще что-то не загрузилась, но ладно. Так, это хардер, по-моему. Ну да, это вроде хардер. Так, ну, музыка давайте рано. Ладно, подождем. Лайк, лайк. Он забудется в моей психике. В смысле? Понимаю, загрузка отменилась, мразь. Не, вот так долго буду ждать. Ладно, стоит пока попроходить. Внимание. Ничего не делаем. Что? Я автовейв не взял, походу. Надеюсь. Или что это? Автовейв? Все. Да в смысле? Что за фиговый автовейв? Не понял. Я только лайк поставил. Сразу все наперекосяк пошло. Так, понятно, автовейв как-то странно работает. Это явно с чем походить самому, но все же. Все, пройдись нормально, автовейв. Да ну в смысле? Иди ты нафиг. Понял, автовейв какой-то фиговый, ну и самому я не смогу это пройти, поэтому придется страдать с фиговым автовейв. Ну хорошо, что хотя бы это не в конце какого уровня. Я считаю, в начале. Ничего перед этим сложного нет. Ну все, давай, нормально. Сиба. Так. Теперь умирать не хочется, потому что заново этот баганый автовейв проходить. Ну, проходить, да. А, чё? Что? Там, типа, в последний момент. Play this practice mode. Что-то там. Before playing. О, музыка загрузилась. Можете ее слушать. Понимаю. Что? Вы понимаете, как это пройти? Я не понимаю, как это пройти. Черт, я практику не взял. Ой, ну авто не взял. Вот.
Ненавижу. Баги. Я не понимаю. Я даже уже не хочу туда подходить, потому что тут, если есть авторежим, он должен быть нормальным. Ну, может, конечно, потренировать эту волну. Давай сам попробую сейчас волну пройти эту. Просто потренировать. Может, она не такая сложная. Что она еще легкая. Что она невозможна. Это мой скилл в любом случае прокачает. Ну нафиг. Там же уменьшение еще есть. Не знаю, как этот уровень проходить, мне он еще не особо нравится, потому что ну вот этот с дуалом, я вообще не знаю, что это за фигня, мне дуал очень не нравится. А что тут? Тут, по-моему, пипец. Мразь. 9%, да иди ты нафиг. Жизни тебе не пройду. Ну, может, конец, когда не да и пройду, ладно. А что за левел? Я его бросил проходить, потому что там не помню уже. Ага, вспомнил. Не, ну посмотрите, просто что тут за анархия, это жесть. Ну, смотрю, вы видели. Жесть. Он очень сложный. Ненавижу, вот тут часто очень умер, а где еще умер. Ну, короче, жесть. Ладно, хватит мне. Хватит с меня каунтлетов. Нажал.
это очень сложно. Понимаю. Это слишком сложно для меня. На F я тогда пытаюсь прийти. Не знаю. Ну, какие еще уровни есть? Я уже не знаю. Это что? Это что? Ладно, странный левел какой-то. Ну, прикол. Я не знаю, какие тут уровни проходить. Понимаю. Ладно, у меня всегда есть. Если я не знаю, что проходить, я в основном всегда захожу вот в Magic. Ну, клип, аудио, чё? Это чё? Pathfinder. Да я ничего не вижу, откуда я должен знать, что делать? Чего? Говно какое-то. Подожди, так со звездочкой. Ну, со звездочкой. Алло. Грузись. Да, я, походу не загрузится. Там раз не грузится. Чего там не написал? Это где? Здесь? Нифига, какие-то нажал. Magic. Green user Ария Юнгер стерет. Gold user. О, загрузилось. Что-то на арабском прочитал и загрузилось. Так в смысле это не со звездочкой загрузилось? За чего я ждал? О, Фриднайт Фанкин. Чего я ждал, непонятно. Ладно, давай, что это? Excel, пипец. Так, два игрока зачем? Это что? А что мне надо делать? Клик-клик-клик-клик-клик, спам. Челлендж. Ладно, иди в жопу, мразь. Мне не понравилось. Дизлайк не поставил. Ладно. А я не знаю, что мне делать. Логин монетки, кстати, пособирать. Много тут.
Сейчас уберем все монеточки. Точно не помню. Одна я помню, где находится в конце, а другая вроде отдаленно что-то помню. Давай последнюю монетку попробую собрать. Там, где был баф, начинается. Дикий. Как туда залететь? Блин, не, нафиг. Там тупые монетки. Не, блин, умные. Кто-то не знает те монетки. О, в джампере точно. Да, в джампере соберу. Там нормальные и понятные монетки. Но одно я точно там помню. Второй вроде тоже. Понятно. Ё-моё, я раньше думал, что это легкая монетка, да и вроде легкая. Запрос надо залететь, сейчас залечу. Остается пройти. А, эту монетку мне уже на автомате собирать. Я часто это умираю. Ладно, не надо эту монетку собирать. Просто реально на автомате я в основном не умираю. Сейчас умер. Мне там 50 на 50. В смысле? Это как еще работает? Чё? Как я умер? Я взорвался просто так, самоубийство. Мой персонаж самоубился, я понял. Он взорвался. Почему и нет? Вовремя. Это легкий уровень, хватит.
Я совершила эту ошибку, черт. Я про что я говорил? Я люблю зажимать, потому что мой телефон тупой, и когда я дофига кликаю, он может не кликнуться. Что, действительно, зачем? Из-за этого я часто зажимаю. И происходит вот это говно. Теперь мне заново монетки собирать. Иначе я не знаю, как это пройти. Я подумал, что сейчас куб будет. Три шипа тупорылые. Вот самое сложное — это три шипа, которые стоят. Вот самая сложность этого уровня. Серьезно. Хорош. Многовато на это я времени потратила. Это плохо, 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 очень плохо.
Это ужасно. Так, сколько у меня теперь монеток? 11. Нифига. Да чё, вот этот вот уровень, клабстеп, ну да. Чёрт, чё я натворила, чем? Ненавижу вот такие вот орбы. На которые дофига орбов, и один из них предатель. Нафиг клабстеп, естественно, сразу же. Потому что я не знаю, как его проходить. А если бы знал, прошел, да, именно. Что-то консоль от Гоя не прошел. Типа на том телефоне его прошел, тут нет. Да, что для галочки. Да, легкая монетка. Три шипа поганых могли меня убить. Опачки, квест completed. Да, три шипа, это было опасно. Очень, очень, при очень. Да безумие опасно. Ладно, это я буду заканчивать, потому что я уже не знаю, что делать. Все, всем пока. Классная причина, кстати.